ежегодно в октябре и ноябре мы собираемся этим составом, благодаря неравнодушной Нине Васильевне, нашему муниципальному образованию. Хочу вас всех поблагодарить и желаю вам хорошей работы. Краеведческие конференции, посвященные творчеству Леонида Андреева, проходят в Зеленогорске уже не первый год. И каждый раз мы узнаем даже не что-то новое о жизни писателя и его окружении, а скорее хорошо забытое старое. История портретов Леонида Андреева, Андреев-мореход, Андреев-астроном – вот далеко не полный перечень докладов. А открыл конференцию Леонид Амирханов рассказом о сыне Леонида Андреева Данииле и его «Розе мира». Но, готовя вот это выступление, этот материал, я немножко все это трансформирую. Потому что, ну, во-первых, это у нас все-таки конференция памяти отца Леонида Андреева. А потом просто появилась крамольная мысль посмотреть на жизнь и творчество Леонида Андреева, проецируя как бы на него, на все это вот происходившее, значит, жизнь его сына Даниила Андреева. Конечно, это историческая память. И вот сегодня здесь, в замечательном танцевальном павильоне Зеленогорского парка, мы собрались, чтобы провести конференцию, посвященную столетнему уходу от нас русского писателя Леонида Николаевича Андреева. Вы знаете, нам очень повезло. Леонид Николаевич 12 лет своей жизни, из 48 ему отпущенных судьбой, проживал здесь у нас, в сегодняшнем курортном районе на берегу Черной речки, в поселке Вамельсу. Здесь был большой его дом, сюда к нему приезжали. Жали, здесь творили, отдыхали и читали свои произведения все самые известные деятели культуры России. Мой интерес заключается в том, что в Санкт-Петербурге, помимо Леонида Николаевича Андреева, еще отметились своим присутствием Иван Сергеевич Тургенев, Иван Алексеевич Бунин, Алексей Николаевич Апухтин. Это наше такое созвездие литературное. Они родились там, на этих мелких водах. А великими и знаменитыми они становились в столице, то есть в Санкт-Петербурге, в столице Российской империи. И в Орловском землячестве отработан проект, который называется «Знаменитые орловчане в Петербурге». Книжечку я эту привез и подарю городу Зеленогорску. И открывает это созвездие, естественно, Леонид Николаевич Андреев, так скажем, по алфавиту. От муниципального совета поселка Серова краеведы, регулярно участвующие в конференциях, получили грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие историко-культурных традиций.